И снова здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Airgun Promo. Сегодня у нас в обзоре пружинно-поршневая винтовка фирмы, испанской фирмы Gamma. Модель называется CFX VE. Эта винтовка идет с подствольным взводом и с прицелом в комплектации. Сейчас ее распакуем и посмотрим, что идет внутри. Винтовка идет в картонной коробке. Непосредственно в ней находится само изделие. Более подробно мы сейчас рассмотрим чуть попозже. Вот эта винтовочка. Внутри мы видим паспорт изделия. Тут присутствует также и инструкция на русском языке. Рекламная брошюрка от фирмы-производителя. Отдельная инструкция к прицелу, но тоже, к сожалению, не на русском языке. И сам прицел. Значит, сейчас мы его распакуем. Идет в целлофановом пакете. Здесь идет два шестигранника. Это для фиксации прицела на винтовке. Ну и прицел по его техническим характеристикам 4х32 с отстройкой от параллакса. То есть выставляете дистанцию. И здесь, ну это я расскажу позже. Так, технические характеристики винтовки Gamma CFX VE. Пружинно-поршневая винтовка с подствольным рычагом взвода. Калибр 4,5. Выполнена винтовка из пластика, имеет прорезиненные вставки. Длина винтовки составляет 116 сантиметров, вес около 3 кг. Скорость выстрела максимальная до 305 метров в секунду. Винтовка имеет стандартные прицельные приспособления. Это целик регулируемый с фиберглассовыми нитями. И мушка тоже с фиберглассовыми нитями. Винтовка оснащена креплением под оптику. Это ласточкин хвост 11-12 мм. У скобы перед спусковым крючком имеется предохранитель. Он не автоматический, ручной, поэтому в возведенной винтовке надо будет самостоятельно его ставить, если не хотите производить выстрел. И на тыльной части приклада имеется прорезиненная вставка. Это некий амортизатор. При стрельбе можно также регулировать жесткость. Здесь такие прорезиненные вставки. Их можно либо вытащить, будет мягче, либо оставить, будет более упругим. В комплекте к этой винтовке идет прицел. И мы сейчас произведем установку на винтовку. Итак, мы установили прицел для того, чтобы показать, как винтовка Gamma CFX выглядит с прицелом. Далее обсудим порядок эксплуатации. Начнем со взвода винтовки. Для начала около дульного среза, здесь у рычага подствольного, есть фиксатор, который мы отводим на себя и снимаем рычаг. Далее взводим до щелчка. В возведенном состоянии, либо можно рычаг, в принципе, в обратное положение вернуть, мы устанавливаем пульку. На верхней части винтовки находится так называемый пулеприемник. Назовем его так. Значит, открываем его, устанавливаем пульку юбкой на себя. Оп, проталкиваем ствол и закрываем. Предохранитель, как я уже отмечал, не автоматический, поэтому если стрелять не будем, то ставим его на себя. Чтобы совершить выстрел, отводим вперед и выстреливаем. Неплохо. Винтовка Gamma CFX VE в комплектации с прицелом на сайте airgun.ru.